Попытку обжаловать режим чрезвычайного положения предпринял независимый депутат Октавиан Цику. В среду он подал ходатайство в Конституционный суд. Народный избранник утверждает, что решение Временного правительства является незаконным, и обратиться с запросом об установлении особого режима мог либо полномочный Кабмин, либо президент. Мы участвуем в большой афере по-молдавски. Это игрой словами нынешняя власть Дадон Шор нас обманула. Инициатива принадлежит ПСРМ и попирает несколько статей Конституции. Нарушен принцип разделения властей в государстве. В ответ на наш запрос представители партии социалистов отказались комментировать заявление Октавиана Цику и его обращение в КС. А в платформе «За Молдову» считают, что действия депутата носят политический характер. Очевидно, что введение ЧП мешает чьим-то политическим интересам. Вперед выдвигаются малозначимые политики, которым нечего терять, такие как Октавиан Цику. Набор бреда и глупостей, чтобы пропиариться за счет партии Шор и «За Молдову». Эксперты по конституционному праву утверждают, что ходатайство Цику обосновано, и высокому суду придется принять непростое решение. Как будет действовать КС, трудно сказать. Может, суд объявит обращение недопустимым, может, примет, но рассмотрит лишь процедуру принятия решения. Все зависит от позиции КС вкупе с решением, в котором признаются полномочия действующего правительства. 31 марта парламент объявил чрезвычайное положение на 2 месяца, с 1 апреля по 30 мая. С запросом обратился действующий Кабмин. Депутаты от ПДС, платформы «Да», ДПМ и «Промолдова» раскритиковали правительство за просьбу ввести особый режим, не имея четкого плана действий в этой ситуации.